Сегодня состоялись публичные слушания об отчете по исполнению краевого бюджета за прошлый год. В обсуждении приняли участие депутаты законодательного собрания, члены правительства, главы территории и представители общественности. Эксперты оценили этот бюджетный период как очень успешный и благополучный. По основным показателям социально-экономического развития наш регион остается в лидерах по Сибирскому федеральному округу. По объемам инвестиций и валового регионального продукта, а также по доходам и расходам мы входим в десятку лучших в стране. Доходы краевой казны выросли на 21 миллиард рублей, а дефицит удалось сократить в 3 раза. Больше 30 миллиардов удалось направить на бюджет развития. Кроме того, выросли зарплаты работников бюджетной сферы, продолжилась поддержка различных отраслей экономики. Многое было сделано, многое было изменено в 2017 году. Это касается и наших государственных программ, и распределения внутри них, и распределения между ними. И, соответственно, это касается и наших ограничений. Потому что 2017 год – это первый год, когда мы начали по-другому работать с Федерацией. Мы, наверное, впервые за последние годы исполнили наш план на 100%. Мы в прошлом году ни разу не корректировали бюджет в сторону уменьшения, а наоборот, с каждой корректировкой добавляли доходы и расходы. Это является отличительной чертой бюджета 2017 года. Еще, значит, хотел бы отметить о том, что мы в течение 11 месяцев в прошлом году исполняли бюджет с профицитом.